нет воды. Сейчас, дорогой. Вадик, а что случилось? Мина пролетела. А как себя чувствуешь? Ого. Это Вадик. Вечером 4 июня он шел с мамой по улице в Петровском районе города Донецка, когда рядом с ними разорвалась мина. 37-летняя женщина погибла. Ребенка едва спасли врачи. Мальчик поступил с минно-взрывной травмой. Проникающее ранение брюшной полости, осколочное ранение печени правой доли, толстого кишечника и тонкого кишечника, а также осколочное ранение правой кисти и правого бедра. При поступлении мальчика в больницу его состояние оценивалось как крайне тяжелое. Дежурные врачи срочно провели ребенку операцию, в ходе которой было выявлено внутрибрюшное кровотечение из-за повреждения правой доли печени. На данный момент пострадавший находится в отделении реанимации. Доктора проводят противошоковую терапию. Сейчас он остается в тяжелом состоянии. Дарья Черничная, специально для Новороссия ТВ.